Добрый день. Ну, привычное невынашивание беременности, давайте с вами определимся, что это. То есть это два и более прерывания беременности. Чтобы определить причину, однозначно нельзя сказать причину, да? Для того, чтобы ее определить, нужно пройти определенные обследования. Потому что прерывание беременности на ранних сроках, это чаще всего могут быть какие-то генетические причины. Поэтому супружеская пара должна обязательно пройти обследование у генетика и, например, сдать кариотипы. Есть причины, которые связаны, например, с патологией шейки. И это вынашивание, которое в более поздние сроки, например, в 20 недель. Это тоже нужно пройти обследование, пройти осмотр шейки матки и выяснить состояние шейки. Есть еще причины, это так называемое состояние наследственной тромбофилии. И для того, чтобы их определить, это тоже нужно пройти обследование. Какие обследования, мы уже расскажем позже. И вот именно что касается наследственной тромбофилии. Но сразу хочу сказать, что если произошло прерывание беременности, если прошло несколько прерываний беременности, то, конечно, прежде чем планировать следующую беременность, необходимо обследоваться и пройти консультацию у специалистов. Спасибо большое. Пожалуйста.